Ну, здесь вот детская площадка, да, правильно? Дальше, да, еще что? Освещение дворовой территории. Так. Озеленение. Озеленения здесь достаточно. Так, теперь у нас вот там, наверное, информационный парковка. Стенд губернаторский, парковочные есть. Места. Уютный дом, ухоженный дворик, где резвится детвора, и свежий асфальт для автомобилистов. Для некоторых пока что мечта, но правительство области делает все, чтобы такое положение вещей стало нормой. Власти нашего района всерьез подошли к исполнению этой задачи. Шаг за шагом, и вместо поредевшей зелени во дворах появляются яркие детские площадки с удобным мягким покрытием, новыми игровыми формами, а из окон домов виднеются автомобильные парковки. Качество выполненных работ нужно обязательно проверить. Депутаты внимательно смотрят, везде ли ровный асфальт на парковке, безопасно ли для детей игровое оборудование, где требуется добавить зеленых насаждений. Все замечания берут на контроль. В маршруте объезда несколько дворов, где силами местного бюджета выполнено комплексное благоустройство. Это Фряновское шоссе, улица Сиреневая и Пролетарский проспект в Щелкове, улица Жуковского в микрорайоне Чкаловский. Всего же до середины сентября работы завершаются по 20 адресам. Кроме этого, еще устанавливаются просто отдельные площадки по программе губернатора. Кроме этого, у нас порядка 39 дворовых территорий комплексно благоустраиваются в поселениях Щелковского района. Всего 59. Как и сказал губернатор, что через несколько лет у нас все поселки наши, все наши города будут иметь очень хороший, современный, привлекательный для жителей вид. В активную фазу вступает и другая областная программа – благоустройство территории бывших военных городков. В перспективе работа по ремонту коммунальных сетей и приведение в порядок дворов по ряду адресов в микрорайонах Чкаловский и Бахчеванджи. В прошлом году было положено начало, когда заасфальтировали наконец-то улицу Беляева и сделали тротуары. И сейчас, так как мы и обещали, в продолжение идет дальше благоустройство. Еще одним пунктом маршрута стала зона отдыха возле пруда в микрорайоне Чкаловский. Работа здесь также в завершающей стадии. Вдоль берегов водоема протянулись пешеходные дорожки, установлены светильники, вскоре появятся ухоженные газоны. Радует глаз и обновленная улица Парковая с новыми пешеходными и велосипедными дорожками, интересным проектом освещения. Рабочие постараются завершить благоустройство улицы ко дню города и района. Депутаты также обратили внимание на территорию возле районного культурного комплекса и вышли с предложением для жителей внести интересные идеи для преображения и этой зоны. Только совместно, все вместе, мы сможем достичь того, что я сказала, чтобы наш город был самым красивым, самым чистым, самым лучшим городом Московской области. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев объявил, и все мы работаем в рамках его такой программы «Стратегии перемен». Перемены должны быть. Они обязательно будут, и все эти перемены будут к лучшему. Наталья Медведева, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».